Здравствуйте всем. Здравствуйте. Сейчас опять будут киберконтраболить, потому что я опять опаздываю. Пятый выпуск, между прочим. Ждут. Здорово, бандиты. Ты слышал вообще, что было? Когда? Ну, в этом, в Фазмофобе. Ну, там добавили карты Таро. Там добавили зеркала. Куклу Вуду. Короче, там можно теперь взаимодействовать со всякими объектами на карте. И через них узнать, какой из призраков, ну, кем является. Прикинь? Вот, но при этом, типа, за это можно отлететь очень быстро. Ну, нам это не грозит, мы и без этого быстро отлетаем. Да. Мы до них даже не доберемся. И без обновлений. Мы играем на кошмаре. Без Куклу Вуду. В каком кошмаре? Мы играем. Это Максим? Давайте договоримся, товарищи, господа. Вот без этих ваших смеху ёчка, вот эти хихоник да хахоник, вот это вот. Сегодня четкий, хороший, профессионально стрим, сделанный нами, будет. Вот. Наверху есть призрак, алло. Так это мы видели, алло. Ну, 16 уровень, между прочем. Между прочим, уже прокачался хорошо. Где он? Вон, есть. Где? Новогодиша. Ой, прикольно. Да. Ну, вообще. Вот его видно прям хорошо. Женщина. Это же Новый год был? Это самая бабка. Сисюльку. Сейчас на календаре июль уже. Ну, это походу, типа, он играл еще в январе, давно еще, видимо. Это, короче, хэллоуинскую версию нарезали в прошлый раз, а пятый выпуск только рождественский был такой, мы все пропустили, такую красоту. Или не видно писюльки. Да какие сисюльки, писюльки, я говорю, я эту женщину знаю. Ну, если... Откуда ты ее знаешь? Но если сегодня не хихоник, не хахоник, то хотя бы сисюльки и писюльки. Благовоние есть? Штатив взяли? Все, штатив есть, все нормально. А подожди, а там в домах тоже Новый год будет или только здесь? Я готов нажать. Мелодия еще ложится. Нажай. Или подложили. Я нажай. Давай, нажай. Брай, нажай. Нажай, все нормально. Спасибо, Большок. Спасибо. Я так сказал, спасибо, Большок. Здравствуйте еще раз. Не обновляю, но мне стоит. Здравствуйте. Это звучало не очень хорошо. При появлении Артура звучало «я не обновляю, но у меня стоит». Стоит, да. Это прекрасно, с какой-то стороны. Да. Но смотря с какой. Носочки висят. А хотите новогоднюю частушку? Вот смотрите, кому чё, кому ничего, кому уху через плечо. А почему она новогодняя? Почему она новогодняя? Да, это титар, это татир, тита-та, кому чё, кому ничего, кому хуй через плечо. И бак танцует нормально, все весело. Так, с меня Spotify только что списал деньги за что-то. За вот эту композицию. Как вовремя. Ладно бы он мне пополнил за мое творчество, так он с меня списал. А что это за символ? Он что, художник, блин? Привет. Ой, стоит. Отсюда! Пошел! Благовониями отгоняет. Пошел на... Фу на тебя, блядь! Испанцы, из того крики. Испанцы. Снова мем с испанцами. Распятие сработало, боже. Спасибо, благовоние, Господи, не сработало. Уходим, сработал мат его. Пошел нахуй, говно. Вот это и работает. Смотрите, прикол. Я здесь на входе стою. Снова. Вон она, фотки, вон она в углу стоит, фотки ее в углу. Выключил свет, и все, снова испанцы. А он с этого с машиной орет. Хуй знает. Она ушла, иди. А кто это находит? Ее нет, прием. Дима ходит. Идите сюда, это я хожу, прием. Ого, они в шкафу прятались. Вон она в углу стояла там. Ой. Выключи. Открывай, выключи. А, открыла. Нашли. Открыла. Его убили. Кого? Его. Соседушку. Да. В одном шкафу. Главное, что не меня, да? Смотри, как мучится друг. Лицо тащится. Да, я в шкафу с трупом. Заходи к нам. Нормально развлечение. Че, ты красишься? Как, блядь, ты в гараж-то убежал? Мы на втором этаже были. Бежала на стрим, как Дангар бежит в фургон. Это очень быстро, значит. Осторожнее. Знаешь, это можно единицу измерения ввести там для автомобилей, допустим. Один Дангар в секунду, блядь. Это когда за секунду человек оказывается в другом месте просто. Как телепортация. Кстати, прикинь, что, Артур, скоро этот, как его, поменяется ГОСТ по клавиатурам. Скоро вместо шифта будет написано Дангар. Кнопку переименовывают, кстати говоря.
Так, я нашел куклу Вуду. Вуду. Ее можно тыкать, потыкай ее. Может, не надо? Ну, допустим, и что мне с ней делать? Вот, взял в руки. Хорошенькая. Ну, смотри, на правую кнопку ее можно теребить чуть-чуть. Тереби свою куколку. Что у меня? В нее этот, как его? Испанцы! Может, ты что-то взял в куклу? Да. Что происходит? А вот убили. Его убили, этого, так начал испанцы. Да. Причем он даже... Выкинул. В нее потихоньку, короче, иголки вставляются. На ней 100 иголок, и каждый потихоньку вставляется. Нарик, выключи. А, да. Чё, давай мы не будем ее брать. Почему? Поздно. Подожди, может быть. Когда ты втыкал иголки в куклу Вуду, ты втыкал иголки в Дангара. А, да, поэтому он умер. Может быть, в Дангара. Пойдем посмотрим. Это я Дангара убил, серьезно? Что, у него там будет кол торчать? Я тебя сейчас буду тыкать. Давай. В тебя сейчас что-то будет? Смотри, я нажимаю. Не надо, не проверяй. Нажал. Ничего не было? Так, кончились иголки. Все, где кончились, иголки? Короче, эти иголки в кукле Вуду пошли. А ты все повтыкал. Да. Блин. Ой, идет. Подожди, если... Шкаф. Дангар убил. Что, Дангар убил? Что, наверное, недоволен сейчас юношек. Он мертв, неважно. Бля, куклу Вуду нашел. Колбасится она. Иди куклу Вуду бери. Не трогай куклу Вуду. О, тихо, сейчас слышал, это у меня. Трёшка. Рано, да, уходим. Кабачок. Да. На картах сразу. Кинился Дангаром, он молча ливанулся. Такой, до свидания. А, пять МП только что было. Пять вот здесь. Вот здесь 5 МП. В туалете, вот в коридоре. Ой, идет. А все. Испанцы снова. Все, не успел испанцы. Да, все живы. Я постоянно, понимаете, я не могу, как Дангар, вот это, знаешь, Дангар испанцы! И нет Дангара, Артур! Все, нет Артура, тишина, блядь. А я всех постоянно предупреждаю и сам постоянно все от всех отхватываю. МП ходит, измеряет. Меня всех бы втихаря уже передолбили на... А я постоянно им говорю, ребята, товарищи, друзья мои, коллеги мои, другалёки, призрак и 5 МП. И за это, за свою честность и свою ответственность я получаю от него все время пи***лей. А, Дангар с улицы идет, как всегда, блядь. Как он оказался? Почему? Главное, кричать испанцы. Откуда он там, блядь, взялся? Я вообще, почему? Почему? Ребята, там, по-моему, идет атака. Говорит Дангар из фургона, когда все, блядь, ну, в правильном месте. Я не понимаю, у него, блядь, какой-то волшебный пузырь над ним или что-то, который его вот так вот из дома выдавливает, как только начинает что-то страшное. Вот знаешь, вот это мыло, какой-то вот мыльный пузырь такой, же, если протягивать его в какую-то дырку, он же надувается и высходит. Вот Дангар так же, он как сок. Он, блядь, просачивается, его просто... А что сок? Не знаю. Он впитывается, короче, в эти, в полы, в половицы, в стены, блядь. Он как раствор, он как цемент, понимаешь, он как вода. Он как вода без лежачего камня, он течет, его нет. Понимаешь, как желе. Он вот как вот, знаешь, вот если взять варенье и хлеб, вот белый хлеб есть, который не прям такой исходный. Yes. Так. Который не прям такой исходной муки. А вот есть белый хлеб, которого такие от вот этой, от дрожжей остаются пузырики внутри. Ага, вот мимо них, короче, протекает постоянно варенье. Понимаешь, ты намазываешь варенье, например, и если варенье жидкое, то оно просачивается. Ты вот так вот, знаешь... Я уже забыла, о чем он говорит. На него она описывает Дангара. Я поняла. Блядь, с тарелки берешь, а там Дангар... Короче, Дангар — это булочка. Это варенье. Это варенье. Ебаный в рот, блядь, опять все руки грязные. Ну что, нахуй, вот это объясните мне, пожалуйста. Почему, блядь, он опять был в фургоне? Я нахуй не понимаю. Завидует, очень громко завидует. Конечно, мы поняли. Его, блядь, закрытый дверь, вообще не преграда. Он нахуй, вот он прям... Все, нет его, понимаешь? Вот там испанцы, атака, дверь закрыта. До свидания. Все понятно, нет? Бля, там убил. Дангар потик, нахуй. Да не Дангар потик, да видно, что Дангар из бачка потик. Ярик! Ярик, Дангар с бачка потик, бля. Надо вот так говорить. Не только Дангар варенье, блядь. Вот он. И на выход. Зашел, блядь. Ну, правильно все сделал, и до свидания. Зашел, такой, пацаны, все нормально. Все, пацаны, и на выход. Вот Дангар. Так, смотри, я один зашел. Второй готов? Готов, смотри. Зачем ты? Кто закрыл? Это Дангар убежал? Да.
То есть Дангару сказали, что дверь закроется во время того, как подожгут круг. Он сразу такой, в смысле? Он уже дверь, блядь, куда-то подожгёт. Его не остановить, я тебе говорю. Дверь, блядь, уже заранее. Дверь запилил. Отпилил в данном случае. Сейчас Дангар, блядь, просто свободно отсюда съеб. Вот нельзя в игре, блядь, дверь открывать, когда круг горит. А у Дангара по***й, он что не стоит? Двери уже нет. Уже просто нет, блядь, двери. Вот, пожалуйста. Дверь открыта. Дверь открыта, конечно, открыта. Дангар же ее куда-то снял. Оп, оп. Оп. Ой, пи. Капец. О-о-о-о-о-о-о-о. Артур, Артур, пиз... беги, Артур! Озвучка. Дверь открыта. Нет, убили. Блядь, он с благовонием сбежал и в руку... Дангар сбежал. Класс. Я видел огонек, либо пыль. Либо пыль, либо огонек. Пыль здесь вот не прям, летает, это 100% что-то... огонек. Пыли здесь нет. Это да, огонек. Это огонек. 100% огонек. А, вон как огонек выглядит. ЛП5. Это либо Райзюли, либо видел. Обама. Вряд ли. Обама. Обама. Вряд ли, нет. Нам, короче, нужно скинуть рассудок всем вместе. Смотрите, можно сесть в эту комнату на кровати и рассказывать страшные истории. И мы скинем рассудок. Давай. Как-то раз. Как-то раз маленький мальчик жил в маленьком американском городке. Ангар, куда пошел? Он опять в машину зашел. Что, сваливай, Ангар? Слушай, через стенку. Как-то ночью он выглянул в окошко и увидел что-то огромное. Артур, мне кажется, что ты немножко привираешь это воспоминание из детства, когда ты сидел в шкафу и видел за окном Дангара в одном из предыдущих стримов. Оно так и было. Он побежал к родителям и разбудил их. Сказал, мама, папа, у меня в окне что-то огромное. А мать говорит, заткнись, говорит, это суперстикер огромный. Что? Суперстикер? Суперстикер огромный? Суперстикер — это неодушевленное, он не может смотреть в окна. Это был Дангар. А откуда ты знаешь? А 100%. Дангар, ты где? В фургоне, конечно же, да? Нет, я за окном. Сорян, главное, что не дало. Ну смотри, еще чуть-чуть. Я сейчас без фонарика поставлю буквально долю секунды. Скажи мне, когда будет достаточно, окей? Давай, скажу. О, Артуру пи***. Пока вообще ничего не меняется. Ага, ничего не меняется. Уже же достаточно. Конечно, пошел скинуть, а потом... Все. Скажи, когда будет достаточно. А вот, X8 пошло, нормально. Молодец. Теперь достаточно. Нормально, бля. Вовремя. Спасибо, да? Все, не говори ему ничего, пусть он идет сюда. Там все пошло, все нормально. Он тебя, он твой труп-то не видел еще? Он орет с улицы, он с улицы орет. С улицы зовет призрака. А все нормально. До свидания. Все. Он туда не зайдет. Ты знаешь, как магнит, блядь, от одного полюса. Они друг от друга откидываются, это не работает. Тогда готов. Слыхали шутку? Если бы Дангар работал курьером, то он бы работал только курьером до двери. Это видел, в чате там писали, да? Алло! Сколько можно, блядь? Господи, слышу. 19 уровень же. Так, ну-ка еще раз скажи. Меня слышно. Вот теперь у тебя убавляется голос в игре. Натаха, скажи что-нибудь. Натаха! Наташ! Наташка! Алло. Наташка опять не работает. Наташка не слышит. Натаха! Натаха! Дангар, скажи что-нибудь. Наташка! Натахе. Натаха! Ты что, дурак, блядь? Натаха! Ну ты чё? Ты знаешь песенку какую-нибудь про Наташу? Песня про Наташу. Морская черепашка по имени Наташка. А, Наташа! Не знаешь эту? Наташа! Наташа! Ты солнце мне нужна. Руки вверх! А, ну конечно, как ты не знаешь, знаешь же. Списик. Списик песен. Реально, списик песен про Наташу. Наташка первоклашка, вот нормальная песня. Серьезно? Давай смотри. Сверкают багряные грозди рябин, как сотни веселых огней. Я такого не слышала. Я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Дангаршка Наташка, это так, да? Сестренка Наташка, теперь первоклашка. Теперь ученица она, и этом знает вся улица наша страна, знает все, да, понятно. Опустил перрон. Это хокку какой-то. Я не знаю. Короче, опустил перрон, можно уходить. Мне теперь цветы некому дарить. За колонной я так и простоял, а тебя другой с поезда встречал. Ну, по френд-зону? И довольный, боже. Натаха, у меня к тебе претензия, короче. Знаешь, какая? Натаха. Ну? Опустил перрон. А претензия пошла? Все. Мне теперь цветы некому дарить. За колонной я, значит, так простоял. А тебя другой с поезда встречал. Натаха, что за
Наташа, Наташа, если бы дива случилось и стала ты вдруг некрасивой, быть может, тогда ты смогла бы заметить, что я с тобой рядом, один в целом свете. Что за хуйня, Наташа? Страшно, надо уходить. Понятно, надо убегать. А бегать одному не страшно, да? Поэтому я всегда бегаю. Я просто не хочу бояться. А мы-то думали, что ты просто ссыкуешь. Мы на легкость... А на какой мы сложности играем? На нормальной играем. О, балу со светом. Пробки, 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 пробки. Что все напсиховали. О, мигает, мигает. Все, все, да. Это призрак, да? Да. Радостно такой, да. Сейчас получается, будут сидеть и не двигаться, потому что думают, что это атака. Какой счастливый. Что происходит? Что происходит? Я был в зоне, и там были страшные звуки, я подумал, что это возможно после 20. Доигрался! 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 Сейчас убьют, что ли? Да! Да, выпендривался. Да, все. Да какого крена-то я? Это все нормально. Нет, другой! Другого. Другого убили. Повезло. Виноват он. Беги, блядь! Да не стой ты! Беги! У Натахи, по-моему, проблемы. Да. У Натахи, да. Вот ты виновен. Пранк вышел из-под контроля жесткий. Короче, прикол. Знаешь, что прикол? Я сижу около генератора. А нам кто-то писал в чате давно, что если ты будешь баловаться светом, реально ты можешь так призрака приманить, он может прийти и напасть. Ну, я не знаю, насколько это правда. Так по нему хуярить, чтоб свет мигал. Вы, соответственно, начинаете паниковать. Ага. В это время отключается нахуй генератор, у меня включается 5 АМП, и я оттуда просто хуярю. Дангар в это время попадается с фонариком, и его убивают. Я не виноват. И здесь он и появился где-то. Так, да. Я кидаю здесь распятие. Давай. Так, и этот, сейчас я попробую... Кидать распятие, оказывается. Да, видимо. Я не знал. Я думал, кидать призрака. Я думал, находить с ним такой, не поможет. Не трогай. Так не работает. Джон Монсон лох. Объелся блох. Наедине, так наедине. Сожрал носок и сдох. Я пойду тогда. А, в смысле, у меня благовоние. Ну, давай вместе выходить тогда. Нет, знаешь, ты знаешь, типа, короче... А кто разговаривать будет? Отойди туда за угол. Вот просто за угол. Типа, меня здесь нет? Да, он не узнает. Мы берем на живца, да? Рука торчит. Палево, видно. Призрак, увидеть руку и не придет. Возьмем рацию, попробуем поговорить. Значит... О, Дангар. А у него фотоаппарат. Давай сфоткаю вас. Отдыхай, давай. Как я сам за Дангаром. Фотосессии, да. Давай. Ой, ножик полетел. Ножи какие-то летают. Да. А, это он же... А, да. Все, что-то... Я пошел. Я знаю, чем это заканчивается, там кто-то умрет. А дверь закрыта уже, она не открывается, садимся в кусты. А почему? А, нет, кусты не помогли. Кстати, реально, у нас как-то с тобой срабатывало, что за кустом можно было спрятаться. Вот за тем вот самым кустом в этом самом доме, помнишь? Можно было как-то спрятаться, не дышать, не пукать, главное вообще ничего не шептать. И есть шанс, что если у тебя, кроме тебя в доме еще кто-то другой, что призрак может кого-то другого сожрать, а не тебя. Нет, даже если ты сделал гадости. Ты даже хоть не за кустом стоишь, хоть ты в центре стоишь, и если в доме кто-то другой есть, то он может на другого. Ну, может. Сажиться. Только если у него он там провоцирует каким-нибудь светом там. Прячься, не прячься, хоть ты в шкаф встал, он все равно откроет шкаф и достанется. Ну, он может открывать, но, видимо, надо очень сильно держать. Да, просто надо, чтобы повезло, чтобы кого-нибудь другого съели. Ну да, потом с друзьями. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.